Доброе утро. Сегодня мы снимаем вечную батарейку. Вот батарейка. Видите? Она не садится, вернее как. У ей напряжение 5-6 вольт. Мы сейчас померим. Так. Вот сейчас подключим ее. Опа. Наблюдаем. 5,99 вольта напряжение у ей. 5,99 вольта. То есть старые батарейки выкидывать не надо. Они будут, могут заряжать телефон. Так-то они не пойдут, например, для этого самого. Для, допустим, где-то мощный такой. А где-то ватт 10-20, то есть для зарядки телефона, потом вот у меня сейчас, у меня вот для проверки вот этот, берем вентилятор, вот он, вот этот вентилятор, подключаем к ней, берем прищепки, так, и подключаем. Вот, пожалуйста, видишь, вентилятор вращается. А батарейка уже старая. То есть батарейка, она... Вот он будет вращаться, она может сейчас 6 вольт, а сядет до 5. Потом ее убрать на час, она опять станет 6. И так может вращаться вечно. То есть вечная батарейка. Также можете, вот, вращать вентилятор. Также можете заряжать телефон от нее, вот вывести плюс-минус два провода и на телефон. Тоже будет работать. То есть старая батарейка, она заряжается сама по себе. Тут она состоит из 6. Вот эта батарейка вот старая. Она где-то 45 где-то ампер новая. Сейчас там ампер 5, наверное. 4-5. И это будет 4-5, это будет вечно. То есть никогда не сядет. Уже сколько она крутит вот это. Уже второй год она стоит у меня. Включаю, она все крутит. То ставил на сутки, на двое суток и все крутит. То есть вот эти старые батарейки не выбрасывать не надо. И они могут послужить для зарядки телефонов. Можно свет такой на 6 вольт, на 5 вольт лампочку тоже подключать. Телефоны заряжать, айфоны и так далее. Вот это и есть вечный батарейка. Потому что у ей 6 секций по 2 вольта, то есть 12 вольт. А когда она поломанная, вот, они дают, если их не заряжать, они дают, 6 секций дают 1 вольт. Может там 0,8 вольт. И получается 4-6 вольт всегда дают. То есть для зарядки аккумуляторов, ой, для зарядки этих телефонов, для вентиляторов, для слабомощных, то есть для систем на 20-30 ватт, на 40 ватт максимум, эта батарейка пригодится, как резервная, как говорится, самая. То есть, допустим, света нет, раз эта батарейка, то есть, и не надо ничего в нее заливать, она не обслуживаемая, заливать ничего не надо, она будет еще 10 лет, вот уже у меня года 3 так работает, и вот это вот поставить, крутить, и будет крутить годами. То есть вечная батарейка. Вот что я вам хотел сегодня сообщить про вечную батарейку. Так что можете использовать это все. На этом все заканчиваю. До свидания.